380 кандидатов на 40 депутатских мест. Завершился этап выдвижения в Ульяновскую городскую думу. По сообщению горосбиркома, в числе кандидатов представители предпринимательства, сотрудники градообразующих предприятий, работники сферы образования и экономики, а также действующие парламентарии. 66% из них имеют высшее образование, средний возраст 40 лет. Наибольшее количество кандидатов выдвинуто по Заволжскому одномандатному избирательному округу номер 18 и Ленинскому одномандатному избирательному округу номер 35 по 14 кандидатов соответственно. Беспрецедентная для Ульяновска активность. 380 кандидатов претендуют на замещение 40 депутатских мандатов. И это получается, что в среднем 9,5 человек на место. По 40 кандидатов, то есть в каждый округ, выдвинули своих представителей парламентские партии ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, Коммунисты России. От Справедливой России документы представили 37 кандидатов, по 39 человек представили избирательное объединение «Против всех» и партия «Роста». Кроме того, 86 кандидатов изъявили желание участвовать в выборах как самовыдвиженцы. Сейчас для всех них наступил активный этап агитации, но до 31 июля, чтобы стать полноправным кандидатом, необходимо предоставить документы на регистрацию. После их проверки и выяснится окончательно, сколько человек будет участвовать в выборах в качестве кандидатов.